Я заглянул в календарь и увидел, что на Земле почти наступило Рождество. У нас нет времени на ерунду вроде Рождества. Но Питер тяжело переживает гибель Гаморы. Праздничный выпуск. Может, если доставим на Землю настоящий рождественский подарок, он хоть немного порадуется. Идеальный подарок на другом конце галактики. Что-то особенное, незабываемое. Как насчет кого-то особенного? Мы ищем легендарного Кевина Бейкона. Мы ищем легендарного Кевина Бейкона. Я так и сказала, Драк. Он мог не услышать твой мышиный писк. Ты идешь с нами, как рождественский подарок. В ролях Звездный Лорд, Мантис, Дракс, Небула, Краглин, Космо, Ракета. Я есть Гру. И Кевин Бейкон. В праздничном выпуске «Стражей Галактики». Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы ничего не пропустить. Ссылка в описании.